Короче, Макс, стянешь и первый ты расстанешь. Ну, Барка. Майди, вот, ну, тут Барка говорит. Хочу сделать стан. Да-да-да, он сейчас когда стянет. Два. Я сразу въеду в стану. Хобана. Нахуй. Вставай. Мы уж так и быть выживем. Точно. Ой, даже не знаю. Все уже, ну. Можно было медведя даже пулить. Сразу. Ну да, типа неукрепленный. Да, мобильности мало на ДК. Вот что единственное печально. Ой-ой-ой. Поехали, пятерых мобов. Двух кастеров. И тех трех сейчас спулю. Угу. Крестик потяну к себе. А черепу косты позбивайте, чтобы череп подошел. Стан дам. Ага, сейчас я соберу все это дерьмо. Да, спасибо. Да, я 67-й арт качнул вчера вечером, А, не, вчера перед рейдом. Ну, по-моему. Не помню точно. Так. Паука убить. Ничего себе, они там летают. Да, там нормально, майди, они летают. Ой-ой. Да если я сверху здесь останусь. Попробуй. Убивайте кошек сначала. Блин, че. Вампирик дал. Я из медведя не буду выходить. Да уже выходи. Уже норм. Одну кошку убить, берсеркнутую. Она в рейджинге. Да, да, выходи, выходи, конечно. Выходи, Виталя, конечно. Так, пошел сам в жопу. Понял, нет? Один раз продали, еще второй раз хочет. Все, прости, извини меня, пожалуйста. Прости, прости. За чаржа эта дурацкая теряется. У меня сейчас КД на билке. Медведи. Ну что теперь делать? Все, не убьем. Да мы их скипать будем. А я серьезно. Я смотрю, всех скипают. Да, и смысл их бить. Можно на цветочках добрать спокойно. Понимаешь, за одного медведя дают 3,5%. За один цветочек дают 1,5%. Ну. Либо ты убиваешь двух медведей, либо да, ты убиваешь там 4-5 цветочков. Запустите уже босса. Иди в инвизи, Гаранс. Сейчас я с комбата выйду. Или кто-нибудь. Аккуратно, вперед, печеньки не бегите. Хой дохнет или как? А, или даже встрелся? Масс инвиз, конечно. Это киберспорт. Всякие корни тут, блин. Ну все, даю РЧ, Геру дам. Даю отчет. Все. Перед мордой милишники не стойте. Даже отходить чуть надо. Верно. Понятно. Вот эти радиусы меня бесит в этой игре. Охуеть. Прям подо мной. Телевск. Уже я БР отдал. Ну да, глупо, надо было тебе БР отдать. Да я не умру на этом боссе. Все окей, хорошо. А в момент спавна сумерек лучше вообще от босса отходите. И от морды сейчас уйдите. Не ушел от морды. Потому что они в мидле спавнятся, и там сразу несколько рядом. Там пока бежишь, там найти крипте. Сейчас я не понял, от чего я сдох даже. От морды? Ты под, перед чаржем, может, перед мордой стоял, наверное. Не знаю. От морды? Он не чаржился, он только мишку тогда принял форму и все. Он когда в мишку... делается, он уже продамагивает маленько, по-моему. Угу, от морды. Тут
Типы, блин, эти херни. Под следующих мобов могу дать стяжку в босса. Хотите? Давай. Все, окей, хорошо. А они и так под босс. А, блядь, не открытилось еще. Что-то быстро. Все норм. Ты где кути его нахер? Ну ничего, нормально, ДПС у хурика, типа, я думал вообще хурики сейчас. Не алло. Не, нормально. Нормально? Ну окей. Эршама для плюсов хороший хил, да, если он берет талант на увеличение 10% хп при своих хил-кастах, то вполне. Хорошая мобильность у классов с рывками, у классов со спринтами. Вот и все. Если расценивать танков, то это монах или друид. Или вар. У вара такая самая лучшая мобильность, на мой взгляд. Рывки к союзникам или к противникам, плюс прыжок на платформу, ну, землю. Сапай. Так, а мы пулим сейчас очень много. Сейчас забегу только. Далеко. Далеко. А, не танчит. Кто не танчит? Что случилось? Что опять такое? Давай там их вещи. Сейчас они чуть-чуть. А, ты еще сводишь или еще будет? Я просто сейчас бегу. Я их выведу куда надо. Все, даю мастяжку и похоронителям. Давай. Аккуратно цветы эти грибы. Ну типа грибы. Гриб в мобе. Мощел, да. Маркнул хранителя аккуратно. Очень много void zone, очень много грибов. Да, вижу. Вытянул вам крестик, убить крестик. Все. Можем играть через любую цель. Бля, чекай, сколько цветов. Ну я, блин, блин. А как же ДХ он не... А, ну и ДХ танк, да. Ну, ДХ танк относительно новенький в плане танкования, ему год всего лишь. Он еще ребенок, поэтому я забыл про него. Увы. Череп. Что-то меня подпинговало маленько. И опять. Ой-ой-ой. Радиусы, бля. Вампирик КДМ. Хиляй дамагеров, я прожмусь. Все вроде окей. А, трех мобов просто убиваем, потом пятерых пулю. Пятерых надо разоуешить. А, пот можете уже выпить, чтобы он к боссу точно откатился. Что-то там игноренс получил. Вперед меня, потому что влетел. Здорово. Да кого удачи в рейде? Сейчас еще подожди, еще миф плюсик один пройдем. И тогда только. Максим говорит, я тебя не вижу. Ну, монитор протри и увидишь. Да я сижу пока что голенький, без веб-камеры. В трусах. Вот так вот. Конечно. Я и не скрываю этого. Все, давай. А где пятый? А, все, вижу. Скоро дам мастяжку, прерву первые косты. Ага. Давай ты первый стан делай. Да. Не, ну как бы, если хочешь тучка такое увидеть, можешь мне в скайпе набрать, я с тобой там это... Да, там бам-бам-бам! РЧ. Бред, дебил, дурак, орёт. Даю отчет.
Что такое? Ну вот эти, блядь, на полу, которые появляются дырки. С ними аккуратней, ты туда не суй ничего в эти дырки. А то как сунешь, так тебя оторвет там все разом. Ух ты, ё-моё, а чё так босс-то слабо просаживается? Что, у меня бурстов не было? Обидно. А, ну да, мы же пятерых подпуливали. Все, окей. От морды скоро дыхание. Вулкан, не ловите, лишний дамаг не получайте. Если на хп надо будет крикнуть, скажите. Ну ты так поглядывай на группу. Выпить старые поты. Вампирик дал. А чё, хватка на меня? Да, в тебя меня кинет. От морды. Скоро вампирик. Дал. Хера я там творю вещи, лям хпс. Был бы он еще как-то по вам, было бы вообще кайфово. Две минуты уже где-то босса ковыряем. Угу, хорошо. Сейчас очень много трэша спулю. Вообще не бейте, не хильте, сейчас я ход изброшу. Все, я пошел, прощайте. Прожми только что-нибудь, это помню, блин. Да я уже убегаю. Варвич сейчас... туда уехал. Не, 10 секунд у меня. Хобана. Я 5 секунд у самого. С каплями аккуратно? Ну, типа, с соплей, которая сверху пролетает. Да, там игноренс что-то. Чардж поймал. Больно сделал, да. Что там, подпулил? Это драконы вылезли, капли маленько. Вставайте, бегите оба. Трое. Бля, тайфун есть? Блять, я еще в бою. Пиздец. А вот все, ушел. Виталя, тайфун есть? Два морфа. Я ничего с этим не сделаю. Да сейчас четыре морфа будет. Или все-таки три. Хереть, я летаю тут. Как мячик. Сопля. Еще одна. Ё-моё. Я тебе говорю, тут Вьетнам. Чарджи. Двойные чарджи. Блять. Сопли. Это пиздец. Вон туда. Вывожу мобов. Выведи их вообще. Сопли. Вампирик работает. Угу, один моб в берсерке. Сопли.
Сопли. Чё у тебя? Вот это ты открыл? Да. Все падает из холодильника. Вот зачем? Не знаю, упало, но упало, ё-моё. Мест не было. Вот так. Того глядишь, мы на стриме по Варкрафту жизни научимся. О, один остался. Один остался. Угу. Фига, блин, тут бой был как с боссом. Да не говори, надо было нам просто с Виталием умереть быстрее, бы уже прошли дальше. Наверное, не знаю. Сейчас, говорит, открыл сундук, выпал маунт и лего. Ну, видишь, как хорошо. Поздравляю. Да, конечно, запись 100%. Я же аутист, не меняющий название стрима, и время по-любому вообще другое, не 14.50 МСК. Ноль просто логики, ноль логического мышления. Аутисты в чате. Секунд, подождите, для пота. Окей, даю, че жду. Милишники стоят разрозненно. Даю отчет. Дам Геру. Поближе. Да забей, Катранак, люди не могут армори мою найти по нику, ты их просишь еще чекать, лайф это запись или запись. У меня кинул, от морды. О, а я, наверное, в войде постою и поотражаю в него. Это законно? Вполне. Я не знаю, он в меня вторую кинул или... Это у меня графическое отображение кривое. Скоро второй пот. Выпить. Чекаем войды. Yeah. Нихера себе. Дыхание от морды. Вы это, аккуратнее как-то. У меня пинг подрос. Окей, живу. Вампирик дал. Крик дал. А, скоро это, земелька. На мне был. Вампирик кончился. Надеюсь, ты что-то себе успел нахилить. Толкает. В воздухе? Окей. Я доволен. Это... А, это, наверное, Смерть с небес сделал в этот момент, Игноренс? М? Да, делал. Но он в тебя кинул воздух. Кайфово. Делай почаще так, окей? Будем это обузить. Пулю трех мобов. Бесом жаркое пекло сбивайте. Я собью кресту первое пекло. Черепу. Кресту. Стан можно было озвучить. Я сижу. Таймлю. Кик свой. Тут стан обычный варовский дают. Погнали.
Я сам дам сейчас. Давай, давай. По лазучку сыграть, он там ликуется, что-то делает. Так, а что у нас 8 смертей? А, ну это вы на каплях поназдыхали там. Хер угори еще раз. Ну да, это ритм тяжко, конечно. Я по КД летал туда-сюда, там, я не знаю, как выживал. Потому что там какие-то щели как надо. Мастелс. Просапай мобов и выходи к нам. А, ага. Здесь, да? Да, идем, конечно. Таймер что у Мастелса большой, все нам хватает. 2 минутки, давайте. Ну, если бы не засели на каплях. Давай. Ну, бар, РЧ. Она откатывается 20 секунд просто. Ну окей, я для этого и даю РЧ. Просто, типа, озвучил бы. Я бы сразу понял, что к чему. Дамага с пула. Я похилюсь, кровь вампира юзнул. Охуеть. Нормально. Просто ваншот, но. Че делать будем? Сидам хаба. Паранойя на игноренсе. Уже ни на ком. Я скипнул. В меня кошмар. В меня милишники. Да, мы тут. Фул мили. Угу. Милишник с паранойей идет за спину. Если в меня паранойя, то вы за спину. Майди я за на спину. На меня будет. На меня, да, я за спиной. Стрела в рестора. Давай я отделю тебя. Озвучивайте, в кого пожирание, потому что там багуется фрейм у меня. В меня паранойя. Просто озвучивайте. Фурик живет. Надо будет, получается, нам на ауешку крик и персональные сейвы. Ну я дам крик. Поты. Персоналки. Паранойя на мне. Оно ебашит. Дам БР, тише, дам БР после паранойи. Десять секунд. 5 секунд до вампирика. Дал вампирик. И даю БР. Принимай паранойю в рестора. Делить рестора. Паранойя вара, фурика, армса. Путаю вас. Кого-то жрет. Хила жрал. Канат хил. А еще будет взрыв один? Поделите меня. Нет, ты что? Он один единственный. Ой, вайда во мне, убегаю. Ага, паранойя в рестора. Отведу. Я еще тринку на отхил смогу поюзать второй раз. Все, юзай, что можешь. Бам. Чисто захейтил. Тебя шотает просто. Ну на 6 100 бьет. Охереть. Охереть. Хоть это. Танка триню какую-нибудь на стамину одевай в меня, паранойя. Или фласку на стамину. Ну вообще, кстати, я видел то, что... Инсты некоторые проходят с флаской на стамину дамагеры. И спокойно ну, проходят да, в таймер. В основном. Да?
Нужно сейверские тринки, вот здесь вообще очень тащит вот этот голод танк. Медальон Паржиша. Голд Левиафана. Щиток. Че это такое? Дай че. А, ты об этом? Ну да, такая. Но она на отхил, видишь, она не сейвовая, она именно на отхил. Тебя отхилит. Ну, я имею в виду от вот этой, от дрейновской. Если тебя убивает mm-hmm. от... Ну, от стрелы это не спасет. Предазы нужны, я тут без предазов слышу.